кино есть отдельный жанр – дорожное кино, road movie, когда герой находится в дороге. Чаще всего в длительном автомобильном путешествии, где основные диалоги происходят за рулем, а главные эмоции получены от увиденного вокруг. Километры дорог, приятная музыка, вредная еда. Но дорога – это не только обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Но это в целом путь, который прокладывает герой. Жанру роуд-муви присуща одна неотъемлемая черта – тема дороги, нахождение героя в пути. Если все вышенаписанное соотнести с литературой, то книг, написанных в этом стиле, найдется немало. Итак, произведение, в основе сюжета которых лежит путешествие, поездка. Книга Фарли Мауэт «Испытание льдом» – это сборник, составленный литературно обработанных отчетов полярных мореходов, первооткрывателей Северного морского пути вокруг Америки. Из рассказов участников полярных плаваний и ледовых походов автор отобрал те, которые казались ему наиболее драматическими и ярче других изображали битву людей со льдами. Сам Моуэт о книге говорит так. Книга посвящается усилиям человека проложить себе путь через барьеры морских льдов, охраняющих подступы к Арктике вдоль северо-восточных берегов Северной Америки от Лабрадора до Гренландии. Это не история исследований, а скорее попытка дать почувствовать моим современникам хотя бы часть того, что пришлось пережить мореплавателям в северо-западных водах на протяжении 2000 лет, показать размах и величие той борьбы, которую вели люди с чуть ли не самой неумолимо враждебной природой, какая только может встретиться на земном шаре. Кормак Маккарти. Дорога. Дорога не обязательно равна путешествию на машине. Особенно в апокалиптическом мире, где машин давно уже не осталось, если не считать пары-тройки бронированных монстров у каких-нибудь мародеров. Отец и сын бредут по разрушенным дорогам Америки, которая пережила апокалипсис и превратилась в руины. А на ее останках сражаются за остатки запасов и ресурсов озверевшие и отчаявшиеся выжившие. Путь непростой, даже смертельно опасный. Но куда страшнее остановиться и смириться. Всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое сердце вопросы. Есть ли смысл до конца держаться чего-то, что уже не имеет смысла? Есть ли смысл жить дальше, если нет абсолютно никакой надежды? Есть ли смысл жить дальше, если будущего нет? Абсолютно нет. Люди по-прежнему пытливы, и им по разным причинам не сидится дома. Например, Федор Конюхов постоянно ставит новые рекорды и проводит важные исследования для Русского географического общества. Попутно пишет книги о том, где бывал, что видел, как пришел к Богу. Книга «Мой путь к мысу Горн» основана на дневниковых записях, которые автор вел на весельной лодке «Акрос» во время перехода через Южный океан. В ней отображены события и переживания всех 154 дней уникального одиночного плавания с 6 декабря 2018 года по 9 мая 2019. Книга о путешествии на грани человеческих возможностей с точки зрения его христианского осмысления. «Дорога перемен» Ричарда Йейтса – это история Фрэнка и Эйприл Уиллер, умной, красивой и талантливой супружеской пары, изнывающей от банального пригородного быта. Фрэнк работает клерком в крупной нью-йоркской фирме. Эйприл дома воспитывает детей и мечтает об актерской карьере. Но они стремятся к чему-то большему, чему-то исключительному. И вот им предоставляется уникальный шанс уехать в Париж, начать все с чистого листа. В книге «Гудбай, Берлин»
Два 14-летних подростка устраивают себе приключения, о котором мечтают многие взрослые. На украденной старой Ниве уехать, куда глаза глядят. Оба аутсайдеры, но каждый по своей причине. Майк растет в состоятельной семье, но благополучно ее назвать все равно не получается. А Чик – ребенок-иммигрант, который уже в своем юном возрасте умудрился пристраститься к алкоголю. В общем, эти двое друг друга стоят. А еще прекрасно друг друга понимают. Так что приключение у них складывается очень душевное, несмотря на то, что оно не слишком законное. В начале летних каникул два подростка отправляются на Ниве по берлинским окрестностям. Они попадают в крошечные деревушки, встречают разных, порой слегка чокнутых, но удивительно добрых людей, купаются в озере с ледяной водой, взбираются на высоченную гору и колесят по пшеничным полям. Одно из главных открытий, которое им удается сделать во время путешествия, люди вокруг вовсе не такие плохие, как все говорят. Герои книги сталкиваются с типичными для современных подростков проблемами и переживаниями. Безответственная влюбленность, одиночество, непонимание, сложные отношения в семье и школе. Роман «Гудбай, Берлин» о любви к окружающему миру, который, несмотря на все несовершенства, полон удивительных и чудесных вещей. Книга Элизабет Гилберт «Есть молиться, любить» о том, как можно найти радость там, где не ждешь ее, и как не нужно искать счастье там, где его не будет по определению. К 30 годам у Элизабет было все, чего может желать современная, образованная, амбициозная женщина. Муж, загородный дом, успешная карьера, но, пережив развод, депрессию и очередную любовную неудачу, она понимает, что все ее прежние представления о себе были ошибочными. Чтобы снова обрести себя, Элизабет решается на радикальный шаг. Продает все, чем владеет, расстается со всем, что любила, и отправляется в кругосветное путешествие на целый год в полном одиночестве. Это позитивная, жизнеутверждающая и захватывающая книга. У Джесс Томас, главной героини романа «1+1» Джорджа Моэс, очень мало свободных денег. Она мать-одиночка, а младшей дочке позарез нужно оказаться через несколько дней на другом конце страны. Участие в математической олимпиаде для Танди – отличный шанс обеспечить себе достойное образование. Денег на билеты у Джесс нет, поэтому она принимает рискованное предложение своего бывшего босса Эда отправиться в путешествие на машине. Сэндвичи с арахисовым маслом, ночевки в неудобных позах, поначалу натянутые разговоры и красота за окном. Все это приводит к зарождению чувств между Джесс и Эдом. И вот, по всем законам математики и жизни, 1+1 уже 2. Совсем немного времени понадобилось страстной мечтательнице и любительнице приключений Карин Мюллер, чтобы понять, что бродить с рюкзаком по неизведанной земле ей нравится намного больше, чем сидеть в пыльном офисе. А если решение принято, нужно действовать. И совсем юная, очень самоуверенная, но при этом по-настоящему отважная американка отправляется в экстремальное путешествие по Вьетнаму. За 7 месяцев ей предстоит 4 раза пересечь страну, проделав путь от дельты Меконга до китайской границы, пройти, проехать и проплыть 6400 миль на велосипеде, мотоцикле, поезде, автобусе, грузовике, буйволе, лошади, моторной лодке, самолете, бамбуковом каное и на своих двоих. А также выучить 1800 вьетнамских слов, 42 часа прождать в ожидании попутки, 52 раза починить мотоцикл, узнать на себе, каковы в быту маленькие, но очень неприятные попутчики в виде москитов, клопов, пауков, муравьев, пчел, клещей, блох
и 40 ножек. Карин Мюллер также придется сменить 134 гостиницы, пережить 14 арестов и одну депортацию за пределы страны, познакомиться с 4 детенышами леопардов, одним детенышем гиббона и одним весьма недружелюбным орлом, купить 23 неограненных рубина, съесть 429 тарелок супа, 8 фунтов водорослей и выпить бесчетное число чашек зеленого чая, 5 раз простудиться, напороться на бамбуковую палку, переболеть ламблиозом и цингой и написать об этом замечательную книгу. Джон Стейнбек. «Гроздья гнева». Книга о совсем невеселых дорожных приключениях от классика американской литературы. Великая депрессия. Сотни людей в одночасье потеряли дома, землю, работу и перспективы. Семья Джоудов не исключение. Голод и яркие рекламные буклеты гонят их через всю страну в солнечную Калифорнию, которая обещает стать раем обетованным. Но туда ведь еще нужно добраться. А потом отвоевать себе место среди дешевой, практически рабской силы, которая также жаждет заработать хоть копейку для себя и для семьи. Путешествие на Кон-Тики – это история еще одной реальной экспедиции, рассказанная ее главным очевидцем без примесей фантастики и мистики. Норвежский исследователь Тур Хейрдал ради проверки одной гипотезы совершил отчаянное путешествие через Тихий океан на плоту из бальсовых бревен. И хотя его коллеги, ученые, академики поставили эксперимент под сомнение и посчитали этнографа авантюристом, этот удивительный заплыв в итоге назвали ярчайшим научным предприятием 20 века. Хроникой этого невероятного приключения Хейрдал поделился на страницах книги, названной в честь своего легендарного плота. Самый безумный из маршрутов. Вдохновляющая история 19-летней Аспен Матис. Девушка-подросток одна покорила горные перевалы, пережила встречи с гремучими змеями, дикими медведями и пустынными паломниками. Маршрут длиной в 3000 километров превратился для Аспен в долгий путь исцеления. На тропе она нашла свою силу и после 1000 миль независимости встретила мужчину, который помог ей научиться любить и доверять. В романе исследователя Дальнего Востока Владимира Осеннего «Дерсу Узала» рассказывается об экспедиции по Уссурийскому краю, предпринятой ученым в 1907 году. Книга посвящена проводнику этой экспедиции Гольту Дерсу Узала, обучавшему членов отряда житью в тайге и спасавшему их от опасностей. Роман познакомит читателей с природой Уссурийского края и народами, населяющим его, их бытом, обрядами и легендами. Арсеньев правдиво и увлекательно повествует о жизни в тайге, где каждый неверный шаг грозит охотнику смертью, где животных убивают не для развлечения и ради трофеев, а для пропитания, где люди помогают друг другу выжить, не прося ничего взамен. Трилогия «Властелин колец» бесспорно возглавляет список культовых книг XX века. Ее автор Джон Толкин, профессор Оксфордского университета, специалист по древнему и средневековому английскому языку. Он создал удивительный мир Средиземья, мир, населенный представителями волшебных рас со сложной культурой, историей и мифологией, мир, который вот уже без малого 50 лет неодолимо влечет к себе миллионы читателей. «Дети капитана Гранта» Жюля Верна – замечательный образец классического произведения юношеской литературы. Из книги читатель узнает об удивительных приключениях, которые произошли с героями романа во время их необыкновенных путешествий по Южной Америке, Австралии и другим местам, куда они попадают в поисках капитана Гранта. Книга наполнена юмором, колоритные второстепенные герои придают ей особый антураж.
Кроме захватывающих приключений, книга несет и познавательную функцию. Она познакомит юных читателей с географией, флорой и фауной Африки и Южной Америки. Путешествие из Петербурга в Москву принято условно называть повестью, но это не так. В действительности оно представляет собой своеобразную публицистическую вариацию на тему любимого в конце 18-го столетия жанра сентиментального путешествия, путевых заметок, сконцентрированных не только на реальных впечатлениях путешественника, сколько на его мыслях и чувствах по поводу увиденного. И то, что довелось увидеть Радищеву в городах, деревнях и на почтовых станциях, где писатель останавливался по пути из Петербурга в Москву, превратило его книгу в гневную и трагическую отповедь российскому крепостничеству во всем его уродстве и жестокости. О чем книга «Между нами горы» Чарльза Мартина? Вечный цейтнот, полное погружение в работу, нередко не дает возможности остановиться и задуматься. А в том ли направлении мы движемся? И правильных ли попутчиков выбрали для своей жизни? В окруженном горами аэропорте отменены все рейсы из-за непогоды. Двое случайных знакомых, Бен Пейн и Эшли Нокс, решают лететь на маленьком частном самолете. Эшли опаздывает на собственную свадьбу, а хирург Бенг на важную операцию. К несчастью, самолет терпит крушение в горах. Пилот погибает, и два малознакомых пассажира остаются наедине с друг другом среди заснеженных вершин. Чтобы спастись, им придется совершить невозможное. Хелен поддается на уговоры брата и отправляется в весьма рискованное путешествие, чтобы отвлечься от недавнего развода и перезагрузиться. Курс выживания в дикой природе – отличная затея, но лишь до тех пор, пока туда же не забирается Джейк, закадычный друг его братца, от которого всегда было слишком много проблем. Приключение приобретает странный оборот, когда Хелен обнаруживает, что у каждого участника за спиной немало секретов, которыми они готовы поделиться, а также уникальный жизненный опыт, способный перевернуть ее мировоззрение.